Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 861. При преобразовании неправильной дроби А в числителе, в знаменателе 7, в смешанное число получили неполное частное 19 и остаток 5. Найдите значение А. Но для того, чтобы преобразовать неправильную дробь в смешанное число, нужно числитель разделить на знаменатель. Тогда числитель – это делимое, а знаменатель – это делитель. А мы знаем, что делимое равно произведению неполного частного на делитель. Значит, 19 умножить на 7 и плюс остаток, а это 5. 19 на 7 – это 133 и плюс 5. Итого получаем 138. И можем записать, что А равно 138. Второе. При преобразовании неправильной дроби в числителе, которой М, а в знаменателе 12, смешанное число, получили неполное частное 20, а остаток 10. Найдите значение М. Значит, М делили на 12, значит, М неполное, М это делимое, 12 это делитель, неполное частное 20, остаток 10. Тогда по определению делимое равно неполное частное 20 умножить на делитель на 12 и плюс остаток плюс 10. 20 умножить на 12. Ну, нужно 12 умножить на 2, это будет 24, и к 24 приписать нолик. И плюс 10. Получается 250. Запишем еще раз. М равно 250. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.